Канока не сможет скрыться от нас. Она обречена и знает это. Она не может войти, и никто не в состоянии ей помочь. Она хочет знать правду. Если она захочет найти ответы, она попытается проникнуть в секретные файлы в главном здании, а мы уже будем готовы встретить ее. Я потерял здесь двух людей. Приведи нам подмогу. Стоять. Не двигаться. У меня нет на это времени. Стой, или я буду стрелять. Сам захотел. Теперь считайся. Воу! Текущая ярость! Не убивайте меня. Я всего лишь обыкновенный клерк. Я не хочу никого убивать. Мне нужна только информация. Нет, нет. Воу! Текущая ярость! Текущая ярость! Пожалуйста, что вам от нас нужно? Файлы доступа. Где вы их прячете? Они в подвале, в хранилище.
Вау! Теперь еще ярость, ярость! У меня жена. Я хочу жить. Покажи, на что ты способен. Террористка. Так вот, как меня называют. Отлично. У меня жена. Я террористка, и в данный момент я ищу выход отсюда. Подземный ход. Он приведет нас прямо к офису командования.
нас нужно. Теперь я. Криса, дьявола. Доступ запрещен. Вот мы и пришли. Простая защита, ничего особенного. Вот, вся моя жизнь аккуратно в архиве классифицирована и разложена по полочкам. Время забрать это обратно. В системе есть еще кто-то. Проклятие! Он перехватывает все файлы, которые я загружала. Ну, еще немножко, всего пару секунд. Нет! Закрыли доступ к сети. Кто-то узнал, что я захочу получить эту информацию и послал за мной хакеров. Интересно, что же они так прячут от меня? Thank you.
кипящая ярость. Я достал уклоненный.